Итак, вот Diablo 2, это Project Diablo 2. Ну, в принципе, уже в Diablo давно не играл, я вот только из-за Project вернулся. Что до выхода Shadowlands еще сколько дней, а, ну 2 недели где-то до выхода Shadowlands, когда я записываю это видео, и вот Project Diablo 2 вышел. Вообще не знаток Diablo, но ну, мне эта игра нравится, потому что Diablo 3 это как бы херня полная, я уже видео делал про Diablo 3, можете посмотреть. Diablo 1 я никогда не играл, так что остается Diablo 2. Ну вот, дошли до босса. Вот он, босс. Ну не финальный босс акта. Ну вот, в принципе, быстро забил с Fist of Heavens. Это типа подшангл какой-то. Was a fool to have trusted me. You see, it was I who told Diablo and his brothers about the soul stones and how to corrupt them. It was I who helped the prime evils mastermind their own exile to your... Кто-то подсоединился, ну типа мобы сожжение станут. Ну окей, я не против. How can one who was once so holy fall so far from righteousness? Пусть подсоединяются. Теперь можно награду получить у Тараэля. Не тот скилл. Так, это 3.25 левел. Я, наверное, вкачаю виталку на 3. И в силу 2 очка вкину. Ну, а тут я Fist of Heavens прокачаю, конечно. Два основных скилла, вот Holy Bolt и Fist of Heavens. Holy Bolt у меня замакшенный получается. В основном я больше ничего не прокачивал, только вот комбат скиллы. Ну вот как-то так, быстрое ознакомление. Ссылки нужные оставлю в описании под видео, чтобы начать играть в эту прекрасную игру Project Diablo 2.